Всем подписчикам привет! Пошли на весеннюю прогулку в Бор свой и море следов. Похоже на следы маленьких детей. Вот я ближе показываю вам. Пятка, 5 пальцев. И следы ведут, пересекают тропинку и ведут к дереву, а кора которого объедена. Вот дерево похоже на иву с объеденной корой, и все испещрено следами этих самых маленьких лап или подошва. На заячий не похоже. Вот близко я след показываю. Вот он след. Как пятка, голая пятка и море следов. Что это за следы, непонятно. Но их очень много. А прогулка по сосновому бору, остатки соснового бора и следы пересекают тропу снегохода. Тропа снегохода. И опять же кончаются уже у клена. Под кленом. Что это за следы? Что за зверь? Или норка? Или еще кто-либо? Но все испещрено следами. Если кто знает, напишите, что это за следы. Скоро уже весна. Бор готовится к весне. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.